Спорт – это жизнь. Для меня борьба – это все, наверное, жизнь моя. Ну, не знаю, просто борьба. Ну, как люди борются же по вольной борьбе. Борьба – это все, это жизнь. Борьба для меня – это смысл жизни. Действительно, вольная борьба – это целый увлекательный мир. Это наша история и традиции, а для кого-то и смысл жизни. О борьбе в Бурятии можно говорить бесконечно. Нет ни одного человека, который не знает, что это такое. Но мы решили копнуть глубже и осмелились озвучить то, что волнует абсолютно всех. Итак, Борявы, мифы и правда. Поехали! Нет, нет, нет. Вы крутой? Я не считаю себя крутой. Крутым. Это из-за пельмешек ушей или нет? Нет. Зачем это ломать уши, когда можно вот на ковре, я специально не ломал, на ковре боролся, многие проходил, ломал. А есть люди, которые ломают, хотят крутыми становиться. А, вау, может вы оденетесь? Ну вы крутой? Но я не говорю, что я крутой. Но вы крутой? Нет, конечно, меня почему нет? Многие знают, и все. Ну вы крутой. Это, наверное, даже где-то это правда существует. Получается, вы выглядите крутым, потому что у вас ушки сломаны? Ну, это так, люди хотят такими казаться. На самом деле мы борцы скромные. Уши ваши, они сломаны как? Специально. Слушайте, а вы не знаете, где я могу найти вот этого молодого человека? Александр Крылин, даже не сломанные уши. Не знаете? Не знаю. Где как вы думаете, у кого тело лучше? Вот у этого молодого человека или у вас? Ну, у него, наверное. Почему спортивные штаны носят с туфлями? Кто носит? Борцы. Я не знаю таких, кто носит. В гардеробе нет, это миф. Ой, у вас уши целые, а нет, они сломаны. Нет, у меня классической одежды тоже очень много. Я люблю не только спортивную одежду. Но в основном спортивные. Здесь Боровицкий. Вот. Сейчас я найду, подождите, здесь где-то будет. Меня просто попросили девушки с нашего телеканала обязательно спросить у вас. Этот плакат девочки забрали себе домой, я выпросила кое-как. Кстати, Мариам, спасибо, что вернула. Возможно, да. Сколько кубиков у вас? Мало. Хорошо, ладно. Да, господи, или что, его вырвали и повесили в рамку? Ты его украл, да? Да я даже не знаю. Это ты его забрал. Это точно. Все. Переходите в тот зал. Нет, все равно здесь. Вас видят, видимо, хотят здесь выйти. Но... ну, мы скоро уйдем, не переживайте. Да, вот это вот. Боровицкий. Боровицкий. У кого тело лучше, Боровицкого либо у вас? У него, конечно. У вас. Все. Неправильный ответ. Бузы мы любим. Сколько за раз съедаете? Вот я, например, 3 максимум. Ну, если постараться, можно и 10 съесть. Серьезно? Да. Что тебе больше всего нравится в борьбе? 4 штуки могу съесть. Так мало? Я ем 4 за раз. Посмотрите на меня. Арангойский или зеленого коврика? Арангойский, ну, 5-6. А, ну ладно. Зеленый домик 10 можно осилить. Не 90, но какой-то процент, наверное, есть. А если выбирать между Боровицким и Бояром, у кого выбрал? Ну, у Лёши это, наверное, он под сухой чуть-чуть, а Боярчик Дожапыч, он это, более такой мясистый. Мясистый? Но. Средние, вот такие примерно. Такие, но, да? Вот такие. Но, средние, но. Сколько за раз съедаете бус? Мало, 30 примерно. Что больше нравится? Побеждать. Вы меня проглотить сможете, какие бузы, просто вот так ам и все. Сколько за раз буз съедаете? Ну, 3-4. Почему так мало? Не наедаю сильно. Наоборот, наедаетесь? Да. На ковре работать и в столовой хорошо работать, чтобы силы было. Вы на шпагат умеете садиться? Не, у меня... Ну, я сейчас могу вам показать, сколько. Давайте. У меня. Растяжка. О, боже мой, вы это видели? Ничего себе. Ну, не знаю, это как я по-бурятски без акцента говорю, но на русском языке есть, наверное, акцент какой-то. Да, на, конечно. Но. Да, помогу, да. Ну, конечно, есть акцент. Да. Нет, конечно, не все. Правда, нет Боровицкого, мы сказали. Я предполагаю, что наш корреспондент Мариам вырвала Боровицкого и забрала себе домой.
Это миф, скорее всего. Это не все. Ну, конечно, потому что мы все из района, сельские. А вот вы откуда? С Агинского округа. А, Агин, Бурят, Агин, Хубушка. На акцент есть, наверное. Нет, конечно, и большие, и здоровые тоже есть, веса разные, и маленькие есть тоже нормальные, не дерзкие. Но вы дерзкие? Ну, могу за себя постоять, но когда надо. Но я маленький. Да. Все борцы маленькие, дерзкие, это миф. Миф. Я это уж поняла. А вы что? Можете шевелить? Нет. Шевелите? А можно еще раз? Нет, это неправда. А что значит для вас любовь? Любовь, тут тоже это, наверное, это жизнь. Скучаете по девушке? Нет. А которыми вы любите? Да, я люблю свою жену. Как жену зовут? Блигма. Скажите, Блигма, я тебя люблю. Блигма, я тебя люблю. Да. Это миф. Это миф. Это миф. Точно. Мы можем просто вот одежду менять, но не девушка. Настоящий мужчина. У всех борцов кривые ноги? Нет, конечно. У вас прямые? У меня, да. У вас прямые ноги? Да, прямые ноги. А можете показать? Конечно. Встаньте. Ну? Ну да, прямые. Ну, прямые. Хорошо. Миф. А покажите свои. У меня прямые. А ну встаньте. Ну да, точно прямые. Нет, это миф. Не у всех. У меня, да, немножко есть кривизна, но не у всех. Нет, нет, у меня прямые ножки. Прямые? Ножки прямые? Вы сказали ножки? Да, прямые ножки. Он сказал прямые ножки. Окей. Прямые, как у модели? Нет. У вас же прямые? У меня кривые чуть-чуть. Не знаю, ну... Вы считаете себя сексуальным? Какой вопрос? Нет. Это правда. Правда. А еще говорят, очень скромный, да? Правда? Наверное, правда, потому что, как говорится... Это миф или правда? Миф, наверное, миф. Скорее всего. Хорошо. Надеюсь, мы развеяли все мифы и догадки о наших борцах. Теперь мы знаем только правду. А правда в том, что нет ничего сложнее в жизни, чем борьба с самим собой. Каждодневные тренировки, ранние подъемы, долгие дни без семьи и близких, взлеты и падения. Это все о наших борцах. Давайте пожелаем им удачи в предстоящем чемпионате. Уракша, Шаргалма Бадмаева, Булат Зантаков, телекомпания АТВ. Газар сыбырлы жальтете адыр Бүргіде хатыр, бүргіде хатыр Барилдан ұйлық шот, бұрят зоны батыр Бүргіде хатыр, бүргіде хатыр Отадалды құну тәлтете адыр.